Самое доброе утро! Немного утренней свежести, бодрости и солнечной энергии несем вам мы, утренняя бригада Первого Ярославского. В четверг утром мы узнаем, что такое шизарт и кто творит в этом жанре. Выставки и презентации, квесты и селфи. Что еще можно делать в библиотеке ночью? Кроме того, в нашем эфире новости, интересные сюжеты и много полезной информации. Включайте Первый Ярославский каждый день с 7 до 9 утра, и ваше утро снова будет самым добрым.